Добрый день, дорогие друзья, единомышленники. Я благодарен Вячеславу Самчу за приглашение на это, я считаю, уникальное мероприятие, где гитара, в общем-то, представлена во всех ее разнообразных видах. Вот, я немножечко представлю вам здесь страницу классической гитары. И действительно, вот эти вот струны, великобританские пикапы, я тоже о них услышал первый раз, в общем-то, когда пришел забирать их. Вот, и, конечно, то, о чем я буду говорить, это какие-то мои сугубо субъективные размышления. Вот. Но для начала я, может быть, хотел бы вам немножечко, собственно, поиграть на них, чтобы вы послушали, как они звучат. Я сыграю две коротенькие пьесы. Если кому-то интересно, первая это будет обработка романса «Дремлют благочиивы», обработка Сергея Орехова. И произведение бразильского композитора Эйтера Вилла-Лобоса «Этюд номер 7» из цикла 12. Что в струнах в этих тебе?
Я не знаю, как это слушалось зал, потому что на сцене было все равно немножко громковато. Не знаю, насколько до вас дошел само звучание. Но вообще я хочу сказать то, что вы все прекрасно знаете, что струны есть разных натяжений, и у каждого исполнителя есть какие-то свои, да, есть предпочтения на каких струнах кто любит играть. Там то, что касается диаметра струн, то, что касается натяжений и так далее. Даже бренда, в конце концов. Вот, поэтому я сразу хочу оговориться, то, что у меня тоже они есть. Я как бы привык в основном играть на струнах жесткого, довольно жесткого натяжения. И конкретно Кумар, который я не буду как бы называть. Вот, поэтому я сразу немножечко скептически к этой идее отнесся.